Любая война – это линия, но даже не одна. Война – это линия границ. Война – это линия правды и лжи. Война – это линия добра и жестокости. А еще говорят, война – это продолжение политики. Политика делит людей на наших и не наших. А война делит людей на живых и мертвых. Марта 1940 года закончилась война, которую сначала называли пограничным конфликтом, потом с легкой руки Твардовского незнаменитой, а по другую сторону границы ее называют зимней. Велика страна родная, так раскинулась она, что и впрямь. Война иная для нее, как не война. Но в любой глухой краине, но в любой душе родной, столько связано отныне с этой, может, не войной. Мы, как говорится, к самой мирной скамье попали вот в такое состояние. Значит, войны, где вот стреляют, убивают. Вот, конечно, это было очень неожиданно. Хотя мы там изучали уставы, боевые уставы, уставы артиллерии. Вот, но непосредственно вот так вот столкнуться, когда еще после окончания училища и года не прошло, в сентябре мы кончили, а в ноябре, 30 ноября, началась война. Вот, и мы никак не могли к этой мысли привыкнуть, что уже война. И для нас было не совсем понятно, вот, собственно говоря, из-за чего она началась. Что такое финская война? Финская война была, я считаю, с вами совершенно согласен, что она была как бы и необходима. Что меня привлекло на финскую войну? Я доброволец, лыжник. Что меня привлекло? А привлекло близость границы, которая была расположена около Ленинграда. И эта близость, которая позволяла противнику, например, обстреливать город на расстоянии 25-30 километров, это, знаете ли, просто меня волновало. Напряжение уже в воздухе витало. Двадцать шестого, а затем 28 ноября
Финляндская военщина, обстрелявшая пограничные войска доблестной рабоче-крестьянской Красной Армии артиллерийским огнем, в результате которого имелись человеческие жертвы, не прекращались наглых бандитских налетов на священную землю страны победившего социализма. Финская война началась 30 ноября. Но 26 ноября прошла провокация, которая стала поводом начала войны. Этот памятный знак, который мы устанавливаем в районе бывшей деревни Майнила, произошел обстрел советских погранчастей. С какой стороны будет произведен обстрел, к сожалению, мы не можем точно. Но косвенные данные указывают, что этот обстрел произошел с советской стороны. Из финского протокола, который они составили по результатам опроса своих пограничников, расследования, советская сторона отказалась провести пограничное расследование инцидента. Финны сами 27 ноября провели. Вот эта калька, снятая с карты, которая обобщила данные финских пограничников. Кто что с какого направления наблюдал. Я сейчас об этом говорить не буду. Значит, вот это пересечение здесь, оно показывает, что здесь стоял миномет. Миномет может стрелять навесным огнем, ему не обязательно прямой выстрел ставить. Значит, самая удобная была позиция здесь. Видите, дорога, она была, конечно, уже. Она идет чуть-чуть под уклон. В том направлении, под углом 45 градусов, деревьев больших нет. Стрелял миномет примерно на максимальную свою дистанцию, на 1500-1600 метров. Как раз вот это, с этого места было наиболее удобно стрелять в том направлении. Хотя официально состояние войны Советским Союзом не было объявлено, но приказ войскам Ленинградского военного округа за подписью Мерецкого и Жданова потребовал от войск перейти границу и разгромить финские войска. В тот же день президент Финляндии Кальо сделал следующее заявление. В целях поддержания обороны страны Финляндии объявляет состояние войны. Можете меня спросить, о чем думали тогда, в 1939-1940 году, солдаты, которые шли в бой? Да ни о чем не думали. У нас еще голова была не тем забита. Нам приказали, мы шли. Стреляли, значит, стреляли. Это потом только до нас дошло. Что мы делаем? Чего мы ворвались на чужую территорию? Я получил ранение, да и прав финн, что всадил мне не лезть в чужой огород. 1 декабря, после взятия советскими войсками города Терёки, ныне Зеленогорск, было сообщено о создании Демократической Финляндской Республики во главе с Отто Куусиненом. И тогда уже формировалась финская народная армия. В наличии, во-первых, так называемого финского народного правительства, раз, которое было образовано у нас в Советском Союзе во главе с Отто Куусиненом, и при этом правительство образования так называемой финской народной армии раскрывает суть вот этой финской войны. Конечно, нужно было защищать Ленинград, там, ну, обустраивать, так сказать, его безопасность и так далее, но, во-первых, не такой же ценой. Десятки тысяч убитых, сотни тысяч, за сотню тысяч раненых и обмороженных, понимаете? Ну вот, первое. Второе. Понимаете, создается такое впечатление, если, так сказать, следовать не декларациям, а анализировать факты, что готовилась операция гораздо более широкая. Речь шла об аннексии Финляндии. Почему? Ну, взять вот мою историю. Значит, я по национальности финн. В 1939 году учился на первом курсе университета, тогда Ленинградского. 17 ноября был призван в армию. Причем вот такой момент. Война началась 30 ноября,
А уже 17 ноября набирали финскую народную армию. Еще войны нет, еще у нас мирные отношения, а уже финская народная армия формируется. Почему? Потому что среди набранных были одни финны, финская национальность. Например, мой приятель, он по национальности латыш, его не взяли. Говорят, иди домой. Нет, я карел. А карел, он близко к финскому, да. Но, между прочим, я финнов там, когда встретил, мы не понимали друг друга. Я карел не понимал финна, а финн не понимал карела, когда я приехал. И зачем собирали это всех? А вот на вранье, значит, вот так, раз было опубликовано, что образовано правительство и создана финская народная армия из этих, значит, вот, ну, которые сдались, мол, вот. И вот стали собирать, чтобы обозначить какой-то степени, значит, вот так. Причем из тюрем были все выпущены финны, а финнов в 37 году, этот самый, посадил всех Сталин. Я не помню, а знаю, что в Петрозаводске была бригада, значит, одни финны были там почти что. Так он всю бригаду, значит, это арестовал. Вот. И вот они сидели, он выпустил всех, кого еще не расстрелял, значит, так. Ну, и его мало их там было. Надо же, ведь, если создать финскую народную армию, хотя бы корпус был, он, правда, назывался первый корпус финской народной армии, вот, надо 50 тысяч в корпусе, понимаете? Ну вот. И вот так начали собирать. Я не знаю, это можно было назвать политическим фарсом, но дело в том, что ну, нас сперва взяли в армию, одели, так сказать, в армейское обмундирование. А какое обмундирование было? Нет, обмундирование было сперва Красной армии, сперва. И дают мне документ, значит, вот распоряжение командующего Ленинградского военного округа. 106-й особый горно-стрелковый корпус. Я говорю, а на какую должность? А там... Значит, решат этот вопрос. Решится. И вот я приезжаю в Ленинградский округ, значит, штаб. Ну, жену я отправил. Вот, сыном. Да, я смотрю, там какой-то в форме необычной ходят люди в штабе. Там особая форма была для этой самой. Я уже служил там, в Петрозаводске. Это уже война началась? Да, война уже шла во все. Я служил в Петрозаводске. Нас привезли в Ленинград. Переодели в новую форму. Теперь известно, это польская форма, захваченная в Польше. Это были такие зеленые, ну, желтоватые френчи, шапки-ушанки с погонами френчи. Брюки галифе, русские сапоги. Рыжки квадратные? Нет, нет. Ну вот, так вот, построили нас вот тут на Фонтанке, во дворе казармы. Я был в батальонной связи, значит, батальон построили, объявили. Товарищи, мы с вами являемся бойцами первого корпуса финской народной армии. Пойдем в Финляндию, я дословно это говорю, освобождать финский народ от буржуазии. Вот это дословно. Значит, уже ни о какой защите Ленинграда речи не шло. Лишь о том, чтобы я вот говорю, завоевать... Война шла, да? Война шла уже, конечно, война уже шла. Значит, вот два момента. Первый момент, что меня взяли в эту так называемую финскую народную раньше, чем началась война. А потом было объявлено официально, что мы идем в Ленинград там, боже упаси, мы идем освобождать финский народ. Вот, вот весь разговор. Мы можем еще привести тут и другие, так сказать, еще такая одна деталь, что, видимо, этот замысел родился не в ноябре 1939 года. Вот уже во время Великой Отечественной войны, которую я тоже все прошел, значит, у меня есть просто знакомые дополчане, которые летом 1939 года, они там служили кадровыми офицерами, вот тогда еще в Красной армии, они были отозваны из своих частей. И потом, значит, вот приписаны в новую формировавшуюся, так называемую, тогда номер 106-ю дивизию. Понимаете, они, вот эти отозваны, они были тоже или карелы, или финны по национальности. Командир дивизии говорит, это уже финская народная армия. Ну, он по-русски, он русский сам зверил. Да, знаешь, у нас уже формы сейчас нету, потому что то, что был материал, все, значит, ушло. Так что ты сними, значит, этот самый шлем на шапку и ремень со звездой без звезды. Ну, мы со звездой тогда носили. Вот. Ну, и такие было еще. И вот я, значит, так сделал и вошел уже туда, к ним. Вот. Видите, как, какие были игрушки с нами. Потом оказалось, что финнов и карелов не хватает.
И у нас, среди нас были уже и русские, и украинцы, даже грузины были в нашей батальонной связи. Но у меня был приятель такой, вот он скончался недавно. Он еще смеялся, получил выговор. Его фамилия Рыбаков. Когда его взяли в финскую народную армию, он русский, в общем-то. Он говорит, ну, теперь я, говорит, буду Рыбаковалайном, говорит. Я, говорит, Николаев Финн. Потом, говорит, смотрю, говорит, ко мне, говорит, 6 человек грузин, говорит, прислали в Азот. Ну, теперь я, говорит, буду Рыбаковидзе, говорит. Понимаете? Ну, вот, ну, зато я получил, говорит, нагоняй, конечно, там, от Ольтру. А скажем, теперь, опять-таки, наша же армия. Ведь весь командный состав был русский. Наш командир Рудаков, кстати, очень симпатичный человек, интересный. Начальник там связи был Спивак, майор, тоже русский, ну и так далее. Так что была такая, ну, я не знаю, какая, карманная армия. В политике профессионалы делают свою игру. Часто эта игра нечестная, но расплачиваются в этой игре люди, которые становятся пешками. Там, за той рекой сестру, на войне в снегах по грудь, золотой звездой героя многих был отмечен путь. Там в боях полубезвестных, в стычках, в поисках ночных, смертью храбрых, смертью честных пали многие из них. Пусть не каждый упомянут в списке славы боевой. Срок придет, еще повстанут люди в памяти живой. Те, что, может, в списке бранной, там, под рощей молотком, под высоткой безымянной, позабыты, спят редком. Спят, молчат. Страна родная, почесть им отдай сполна. Год иной, война иная, жизнь одна и смерть одна. Конечно, если бы наше правительство с финнами договорились немножечко подружелюбнее как-нибудь, не стало бы столько жертв. Вы понимаете, сколько здесь пообмороженных ног? Скольким отрубились ступни? Потому что лежит человек 40 с лишним градусов. Да у некоторых обуви-то не было такой подходящей. Некоторые в сапогах, некоторые в ботинках. Валенки уже только потом подвезли. А меня направили в Куйбышев. Где я пролежал 6 месяцев, мне предлагали 3 раза ампутировать конечности, но я не согласился. Потому что Ворошилов издал приказ, что из госпиталей вот этих ампутированных обрубков не выпускать. Потому что тогда еще были молодые, и сами мы, молодые были девчонки. Они эти единовременно пособия получали, а потом их бросали. Эти вот все обрубки набавали. Ну, я так тоже писал, похоронные домой. Писать я не мог, писали соседи, кормили с рук санитарки. Возили на перевязки тоже на тележке. И вот один... Одному какому-то знакомому, раньше мы учились в школе, написали родные, а родным похоронным, они не верили, что я жив. А вот когда ехали от Зеленогорска примерно до Лосева на машинах, то я увидел первых убитых. В воронках, снарядных воронках бежали исключительно только финские трупы, ни одного русского. Совершенно однозначно, это даже и думать нам не надо было, что наши трупы были убраны специально для того, чтобы мы их не видели. А вот чуть позже, чуть дальше к этому проехали, я увидел лес, который запомнился мне на всю жизнь. Лес, в котором не было ни одного целого дерева. Все деревья до единого, это было порядка, не помню точно, 22 или 23 декабря, когда мы приехали на фронт.
ни единого дерева. Все деревья сбиты или сломаны снарядами. И вот в этом лесу я увидел много наших трупов. Трупы все были замерзшие, в самых невероятных позах, и никто их не убирал. Действительно, некогда было их убирать. Только догадались, а потом, значит, воткнуть винтовку. Что занесет, но винтовка все-таки будет приклад еще виден. И вот лес таких вот винтовок по полю. Дальше. Убитый у бойца. Да. Иду, еду я на машине, смотрю, в эту сторону, то есть на фронт, на передовую, идет такое-то количество людей. А вторая шеренга навстречу идет, уже раненый, легко раненый. Тяжело раненый не пойдет. Почти примерно равное количество. Я думаю, что же тут за мясорубка? Что же тут делается? Потом я обратил внимание еще, когда был на передовой, что ни к чему было столько туда бойцов, столько туда народу, что фин куда не бросит мину, он попадает человек. Больше, чем там деревья, так больше людей было. И ни к чему было, не обучены мы были, не способны еще. Я прослеживал даже такие вещи, когда вот у меня мотоцикл был, значит, меня перевозили на мотоцикле, потому что их такая должность была, первый помощник начальника оперативного отделения, это всегда связь с войсками, штаб дивизии, и вот едешь, и валяются, значит, там вот такие кучи, значит, это там, может быть, человек 500, значит, вот, или 100 человек, я, конечно, считать не мог, это не моя задача была. Я был впереди с пехотой, с пехотными частями. Ну, что там делалось, я страшно рассказать. Потому что укрытий никаких не было. Пехота не довольно не умело сделали. Пехоту их разносило простыми, просто звуками, не ударом пальцами этих снарядов. Но народ гиб на глазах, потому что скрыться негде было. А потом поливка была солидная. Били нас из орудий, ну и из пулеметов, из пистолетов били здорово. Нам тоже пришлось побиться, конечно. Война – это линия фронта, разделяющая противников. Одной из самых знаменитых в этой войне стала линия Маннергейм. Это место замечательно тем, что здесь 6 декабря 1939 года начался штурм линии Маннергейма. Линия Маннергейма образовывалась сетью дотов, один из которых вот здесь вы видите. Это развалины дота, построенного в 20-м году. И на этом пьедестале, так сказать, пьедестале, мы соорудили памятник. Памятник тем, кто погиб здесь в 1939 году и позднее уже в Отечественную войну. Еще курились на рассвете землянок редкие дымки, когда полки 123-й капушке вынесли штыки. В лесу, не стукнув, сняли лыжи, исходный заняли рубеж. Был воздух сух, морозом выжат, и необычно детски свеж. А тишина была такая, как будто все, что есть вокруг, весь мир от края и до края прослушивался. И вдруг земля вперед, качнулись сосны, аиней точно дым с ветвей, огонь рванулся смертоносный с укрытых наших батарей, и шепелявый визг металла повис над самой головой, и лес оглох, и ясно стало, что
началось. Что это? Бой. Мы находимся практически в центре знаменитой линии Маннергейма, построенной финнами в 30-х годах. Эта линия пересекала весь Карельский перешеек. Это место, конкретно оно знаменито тем, что здесь произошло одно из наиболее кровавых сражений Советско-финской войны. В 40-м году здесь была прорвана линия Маннергейма. Еще до прорыва линии Маннергейма здесь происходили совершенно жуткие по кровопролитию бои. В отдельные дни здесь гибло столько же народу, столько впоследствии гибло во время знаменитой Сталинградской битвы. Я командир орудия. Вот когда мы взяли очередное долговременное укрепление, полосу, между прочим, надо было орудие действительно вперед посылать. Так подъехал к этой черте. Как проехать? Трупы лежат наши. Вот от нашей передовой артиллерия обрабатывала. Там ничего нет, там все перемешано. А вот до этой, как говорят, черты лежат трупы крест-накрест. Крест-накрест трупы. Не проехать. Пришлось орудие вести по трупам, по человеческим замерзшим, как по камням, понимаете? Вот. Во время Отечественной войны были медальоны, во время финской не было. Но громадное количество народу погибло во время финской войны. И ведь по существу многие из них как бы без вести пропавшие оказались. Да, да. Я не видел, чтобы там похоронная какая-то... Команды специально были похоронены. Ну, не видел я их, не видел. Так что, может быть, они заносили их снегом, да. И догнивали. Попробуй потом... А наши солдаты с медальонами? Нет, абсолютно без. Ни одного медальона. В результате, ну, в общей сложности, около 100 человек уже здесь нами поднято и перезахоронено. Да, ни одного медальона, никаких ничего, документов. Никаких документов. В лучшем случае они в шинелях. Не то не всегда. А как иначе? Ночью вы обычно по-летнему одеты люди, хотя война шла зимой. Одеты летние ботинки, летняя гимнастерка. Ну, вот, то есть у некоторых просто с некоторых видно просто после того, как убили, снимали. А вот на острове Змеиный, вот туда немножко, там явно видно, что в атаку погнали, чтобы не лежали на снегу в летней форме. Причем явно новобранцы. Они да, подсумки полные, ни одного патрона не выпущено. Вся обвеска новенькая, по две гранаты у каждого в этой сумке. Каска зелененькая еще. Ребята, скажите, а вот... Вот когда вы вот работаете здесь, вот копаете, вам попадались вот такие нормальные захоронения, чтобы как могила была? Нет. Ну вот, в принципе, это, как мы сейчас уже выяснили, выкопав более или менее, было когда-то нормальным захоронением. Потом его... Но потом танками его, вот здесь полигон, танками раскатали. Еще нормальное захоронение попалось вот здесь тоже не так далеко. Нормальное кладбище сделано. То есть еще тогда. Но сейчас оно уже в совершенно непригодном виде. Его еле-еле можно найти. Ну, а здесь было каким-то образом отмечено? Но когда мы пришли, здесь не было ничего. Да, здесь была просто траншея с таким квадратом в бок и все. Ну, ямой, провалом. Да. Вот. А ну, когда-то было, вот когда-то здесь был памятник. Квадратные камни, это вот отсюда. Они стояли вот так по углам когда-то. А сейчас потом прямо видно, если было так вот след от танк, все это переед. Танками, да? Да. Это уже в наше время? Да, да. Скорее всего, да. Лет 20 назад, 25. Ну, когда танковый полигон здесь сразу появился. Да. Что сейчас здесь происходит?
В настоящее время здесь находится полигон мотострелковой дивизии миротворческих сил России. Здесь происходят танковые учения, учения мотострелковых подразделений. Ну, сами видите, здесь стоят и мишени, и макеты учебной техники. В общем, идет бурная боевая учеба. И, как мне кажется, командованию данного подразделения абсолютно наплевать, что эта боевая учеба происходит на человеческих костях. Отцов и дедов, солдат и офицеров, которые служат в данном соединении. Вот мы обращались в Выборгский военкомат, сказали, чтобы они все это захоронили. Они пожали плечами, сказали, вам это нужно, вы и делайте. Конкретно я даже... Ну вот приезжали вместе с финнами работники военкомата, которые этим занимаются специально, Выборгского. Я не знаю, как их имена, как их фамилии. Вот. Я просто знаю, что приезжали, вот когда финны забирали своих, они их сопровождали. Ну, вы видели отношение финнов к своим папам? Видели. Как это? Ну, приезжают нормально. И все собирают в пакетик или в такие да мельчайшие гробы. Косточки. Да. Все это увозится. Сапоги, личные вещи мы вот тут даже передавали. По вашему мнению, кто должен этим заниматься? Рычаг должен быть у правительства какое-то по отношению, да. Здесь не может быть. Это дело государства, но к сожалению, государство этого не делает. Военкоматы должны заниматься. Они посылали людей в армию. Они же государственные учреждения. Государство. Военкомат это государство все-таки? Да. А сами вооруженные силы занимаются такой работой поисковой? Нет, ну что вы. У них, как вы сами знаете, по сообщению печати, и, может быть, по своему опыту, у них сейчас не доходит дело до живых солдат, а вы хотите, чтобы они заботились о мертвых. Из записной потертой книжки две строчки о бойце-парнишке, что был в 40-м году убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело по-детски маленькое тело. Шинель ко льду мороз прижал. Далеко шапка отлетела. Казалось, мальчик не лежал, а все еще бегом бежал, да лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, с чего ума не приложу, мне жалко той судьбы далекой, как будто мертвой, одинокой, как будто это я лишь примерзший, маленький, убитый на той войне незнаменитой, забытый, маленький, лежу. Если говорить о Красной Армии, то фактически мы сбились со счета. Вся линия Маннергейма, начиная от участка Финского залива до Ладожского озера, завалена трупами убитых красноармейцев. Но фактически за одно лето, сейчас скажу, 90-го года, нами было похоронено около примерно 150 красноармейцев в районе реки Тайполин-Йоки. Точное число установить, к сожалению, невозможно, потому что там были фрагментарные остатки, а также траншеи были полностью заполнены трупами финских и русских солдат, лежащих вперемешку. Последнее захоронение. Прошлым летом мы подзахоранивали на Тайполин-Йоки, вот устанавливали памятный знак на Приозерском шоссе. Это трое красноармейцев, которых мы нашли на берегу пограничной реки Саян-Йоки, это в районе деревни Липова, которая не существует. И вот мы их за 12 километров по лесу перенесли к шоссе и там захоронили. Могилы, слава богу, не раскопаны, если мы их оставили на месте, их бы раскопали обязательно. То есть красноармейцев убитых буквально в первые секунды или минуты войны. Только они перешли границу, они в полном боевом снаряжении были. Финский пограничный наряд их застрелил, так сказать, выполнив свой армейский долг. Мы нашли место, с которого примерно стреляли финны. И все дело в том, что финские солдаты за своими убитыми лазили даже под артиллерийским огнем советской артиллерии. У них тенденция вообще была похоронить человека там, где он родился. Потому что любой финский солдат, где бы его не убивали, был возвращен в гробу на родину и похоронен именно в той деревне, в том приходе, в том городе,
кладбище, на том кладбище, где лежат все его родственники. Вот. А наши солдаты, видимо, порочная практика была такова, чтобы скрыть масштабы потерь, о людях никто не думал, просто их стаскивали крючьями там или чем-то, бросали в воронки, засыпали там хворостом, все что угодно, только лишь бы скрыть истинные масштабы потерь. Ну, это характерно вообще для, скажем так, Красной армии, потому что в русской армии тоже очень удивлялось большое внимание захоронению павших. Скажите, кто вам помогает и на чьи средства эти памятники создаются? Памятники создаются на средства наших членов. То есть мы собираем деньги, закупаем необходимые материалы и строим, так сказать, свободное от работы время. Но так получилось, что военные то ли не поняли наших задач, но мы их задач до сих пор не понимаем, потому что на месте, где были кровопролитнейшие бои, и в 1939 году сейчас стоит военное садоводство. Мы считаем, что не место галеонам находиться на тех местах, где проливалась кровь. Поэтому мы друг друга, видимо, не поняли. После этого мы к военным не обращались, пока они тоже в нас не заинтересованы. Памятники нужны обязательно, потому что если не будет памяти о земле, то, соответственно, люди и будут относиться соответствующим образом к этой земле. Если на ней нет ничего ценного, то ее можно делать на ней что угодно, и свалку, и что угодно. Если будут памятники, то это культурному человеку, во всяком случае, это будет претить гадить на этой земле. Там, за той рекой сестрою, на войне в снегах по грудь, золотой звездой героя многих был отмечен путь. Там в боях полубезвестных, в стычках, в поисках ночных, смертью храбрых, смертью честных пали многие из них. Пусть не каждый упомянут в списке славы боевой. Срок придет, еще повстанут люди в памяти живой. Те, что, может, в списке бранной, там, под рощей молотком, под высоткой безымянной, позабытые, спят редком, спят, молчат. Страна родная, почесть им отдай сполна. Вот иной, война иная, жизнь одна. И смерть.